большое спасибо всем, кто нам помогал, всем, кто верил в нашу невиновность, кто помогал нам, вот, кто поддерживал. Это в первую очередь общественные активисты, адвокаты, ну, разные люди, в том числе даже депутаты Госдумы, которые нам помогали. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, благодаря им только, по большому счету, я, можно сказать, выжил. Даже так, даже речь об этом можно вести. Моя вся деятельность, она в дальнейшем обусловлена теперь моим состоянием здоровья. Я серьезно подорвал здоровье свое, находясь в этой системе, так сказать, в СИН. Да? То есть я пришел сюда здоровым человеком, вышел, ну, я не скажу, что я инвалид, но я очень, скажем так, недееспособный человек в физическом смысле этого слова. Вот. То есть все будет видно по результатам медицинского.